Тем временем завтра в Кирове будет не только нелетная погода, но и опасная для поездок по дорогам. По данным гидрометеоцентра, в Кировской области оранжевый уровень опасности. Это предпоследний из пяти возможных. И значит, что есть вероятность стихийных бедствий. Киров ждет сильный снегопад и дождь с ветром. В областном центре к непогоде все готово, заверили нас в управлении благоустройства и транспорта городской администрации. Информацию мы получили, передали непосредственно заказчику. Было проведено небольшое совещание с подрядными организациями. Информация также им доведена. В ночное время ждем при наступлении снегопада. Будем в первую очередь просыпать противогололедные материалы, для того, чтобы накат не образовывался. А дальше уже в зависимости от продолжительности снегопада будем организовывать подметание. Та техника, которая у нас имеется, сходов никаких нет. Противогололедные материалы подготовлены. Все зависит от уровня осадков и продолжительности.